Гепаргін, джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Є така теорія зараз. Новітня політологічна. Це стан, в якому живе світ. Це ситуація і війни, і миру одночасно. От, якщо екстраполювати це на Україну. Це саме той приклад, коли росіяни знищують в тому числі і цивільну інфраструктуру, а відновлювати її потрібно. І, можливо, і хотілося б зачекати до закінчення війни так. Ну тому, що ресурси потрібні на війну, але а, так не працює. Людям треба десь жити, а, мають працювати електростанції, мають працювати лікарні. Одним словом, системи життєзабезпечення мають працювати. А допомагають нам відновлювати інфраструктуру, в тому числі і наші партнери, а в тому числі Сполучені Штати Америки. І я радий представити сьогодні з нами Наталія оцел Оцел-Делан, регіональна директорка САЙП в Європі та Євразії. І Наталія Оцельбілан представляє центр міжнародного приватного підприємництва. Наталія, вітаю вас в нашій студії. Um, спасибо большое, Дмитрий. Если вы мне позволите, я буду говорить по-русски. Я по-украински еще э, не говорю, я но друзьям, я... я друзьям <с все <с позволяю. Да, я правда. буду стараться учить и украинский. Договорились. Вы владеете ситуацией по всей Европе и странам Центральной Азии. Как, как вам удается, слушайте, объединять такую географию? Даже вот просто посмотреть на карту Европа и Центральная Азия. Как такое возможно? Да, в самом деле, я думаю, что для меня это большая честь иметь такую, такую работу. Я работаю в глобальной организации, как вы уже говорили, центр, Международный центр частного предпринимательства. Мы э, глобальная организация, мы базируемся в Вашингтоне, э, в Соединенных Штатах, но мандат у нас глобальный. Мы поддерживаем э, э, участие частного сектора в, в процессе принятия решений и в процессе продвижения рыночных э, экономических э, отношений. И у нас есть такая возможность работать в больше ста стран мира. Я в непосредственности работаю, я возглавляю департамент по Европе и Евразии, и мне, у меня есть честь работать почти что в 40 странах мира. Но, конечно, я это не одна работаю, у нас есть отличная команда, теперь у нас есть команда в 10 странах этого региона, и в Украине у нас есть офис, и целая команда здесь, в Киеве, и в этой неделе я очень очень рада, что есть возможность быть в Киеве и провести время с вами и с нашими партнерами. Колоссальная география, правда, и я знаю, что буквально две недели назад вы были в Ереване, в Армении, да, в да, Армении, да. Да? Угу. Вот глядя на то, что происходит в мире сейчас, такое впечатление, что мы в эпохе войн, да, вот мы вошли в нее, и, к сожалению, войны и конфликты угу. множатся. И Армения тоже не исключение. Да. Вы вернулись из Еревана, да. вы владеете ситуацией. А в то же время вы сказали, вот мы продвигаем идеи там рыночной экономики mm -hmm. во всем мире. Насколько это стыкуется с, с тем, что? А мир живет в состоянии войн, во всяком mm -hmm. случае, в нашем регионе, yeah. то, что касается Украины, и рыночная экономика, как она может развиваться в таком состоянии? Mm -hmm. потому, что, потому что это какие-то термины, ну, знаете, как из довоенной жизни вроде бы. Mm -hmm. да. Mm -hmm. да, да. Вы знаете, э, э, с глобальной точки зрения, то, что мы видим, это, э, конечно, э, ну... Это очень печальное развитие в мире, в том, что вот здесь война в Украине военные действия сейчас в израиле к сожалению да в армении и в других странах и это то что случается да это как сказать это противодействие демократических идеалов да, демократических ценностей и авторитарных режимов то авторитарные режимы они хотят как Разрушить да, демократические страны, разрушить демократический глобальный строй. И это является, я думаю, что Украина в самом деле вы являетесь на передовой этой глобальной войны между демократическими ценностями и авторитарством. Да? Авторитарными, Правильно? да, 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 да. Да, 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 да то, что мы, что мы имеем в виду над демократической ценностями это э, 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 это, э, как сказать, респект, э, уважение, уважение индивидуально. Я индивидуальных... сначала на украинский да. переклав, <laughs> полага. Я извиняюсь, если <laughs> я не все слова знаю по-русски. Э, значит, уважение э, личных свобод, да, уважение личности, уважение э, достоинства личности, уважение э, прав э, людей, прав общества. И эти демократические ценности, они не подходят авторитарным лидерам да они хотят контролировать общество во всем и и конечно это как идет в конфликт с этими ценностями свободы и в этом я думаю что является суть войны здесь в Украине, да, то, что авторит... ваш авторитарный сосед на вас напал из-за того, что Украина шла именно в это направление а, строения демократического общества, и украинцы в себе воплощали эти демократи... демократические ценности, демократические свободы. А как вы считаете, в состоянии войны реально говорить о восстановлении экономики, о ее развитии, да? Да, да. да насколько это реалистично выглядит, угу. глядя и на масштабы этой войны, да. и на угрозы, которые Вы знаете, я возникают, думаю, что... для бизнеса угу. Да, я, воз... я думаю, что восстановление, постоянное восстановление и строение рыночной экономики, здоровой экономики, очень важно даже в период войны. Почему? Потому что эту войну в Украине, к примеру, если мы возьмем только Украину, выиграет эту войну выиграет э, э, та страна, у которой построены экономические, скажем, цепи поставок, да, где страна может себе, как экономика развита в том, чтобы поставлять поставки не только для фронта, а поставлять и обеспечивать население и свои, своих граждан. Вот то, то общество, та страна, выиграет эту войну, которая может обеспечить нужды войны и может обеспечить нужды гражданского э, э, общества. А по вашему мнению, какие преимущества у стран демократии? Да, мы понимаем, что демократия это не идеальная форма. да, ну, ну, как вот классическая фраза, но это лучшее, что может быть. Я для, это хотела сказать. Для да. защиты ценностей. То, да? что мы придумали как, как человечество, да? Да. Но, но, но посмотрите, в состоянии войны, если взять Россию. Там э, вот просто принимается решение авторитарное. Uh -huh. И э, в России, извините, уже дети собирают боевые дроны. И это не проблема для России, да, в таком приказном порядке организовывать то, что нужно для производства средств уб убийства. Я вам покажу фото, uh -huh. видео, uh -huh. документы, где э, детей э, в России э, учат, ну, убивать, по сути дела. Есть такая Путинская, это, знаете, мы его называем Путинский югенд Это Путинская юнармия. Там вот детей реально mm. учат, учат убивать. Они mm. с детского садика разбирают, собирают автомат Калашникова, идет боевая подготовка, mm -hmm. в форме ходят, вот. Mm -hmm. Это, это страна террора, это страна диктатуры. Да. В демократии такое невозможно. Ты не прикажешь там не прикажешь школьникам собирать боевые дроны. Это я просто, к примеру, говорю. Какие преимущества имеет свободная страна в такой открытой войне с деспотией, по вашему мнению? В первую очередь, вы видите, что, ну, к примеру, под. Мы себе представим, представ, если, скажем, Украина не была демократической страной, да, тогда бы вся, скажем, все страны, которые сейчас помогают Украине, они бы не помогали, они не пришли на помощь Украине, да, с военным, скажем, поставкам, с экономическим, экономической помощью, да, Украина была бы сама по себе, ну справляться с этой войной, да, я, я так думаю, что было бы почти что невозможно найти вот эту э, помощь и солидарность от других стран. Знаете, я думаю, было бы все еще хуже, Украины просто уже бы не было. Да, вот возможно. вам пример Беларуси. Mm -hmm. то есть номинально на карте вроде бы, вроде бы написано Беларусь, mm -hmm. но эту страну страна уже поглощена Россией yeah. по большому yeah. счету. Yeah, yeah. А что вы 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 были в Украине три месяца назад, да, и mm -hmm. и какие выводы можно сделать? А какие бизнесы э, перспективные есть сейчас, которые могут могут э, получить поддержку для развития в Украине? Как вы считаете? Вот, вот э, как раз с той точки зрения, что инфраструктуру нужно восстанавливать уже сейчас. Мы не можем ждать да. окончания войны. Да. я думаю, что то, что как вы это сказали, что нужно э, возрождать, э, строить. Э, сейчас, да, вот инфраструктура, то, что, к сожалению, да, попадает под риски, ну, бомбежек и так далее, да, вот то, что, как сказать, is being destroyed, уничтожено, да, разрушено. Да, да, разрушается, да, войной, я думаю, что то, что на второй день, на третий день уже обратно все восстанавливается, строится, это дает очень большой, скажем помогает обществу украинскому обществу думать на будущем, да, если бы э, ду думать на будущем и верить в то, что Украина может э, выиграть эту войну. Для бизнеса это, это дает им э, оптимизм, да, правильно сказать, дает им оптимизм в то, что э, э, что государственные, скажем, структуры бизнес может себя э, организовывать быстро, чтобы решать эти проблемы. Но по вашему вопросу, да, вот что, какие перспективы, да, может быть видеть бизнес и как как бизнес может и сам себе помочь. Да? То, что для меня мотив для оптимизма, это то, что в Украине очень активно гражданское общество, включительно гражданское общество, которое представляет интересы бизнеса. Что я имею в виду? В Украине больше 90% бизнеса, да, числа компаний, фирм, это малые и средние, микро, малые и средние предприятия. Да? Это значит, что это база украинской экономики, именно являются вот эти субъекты малого среднего бизнеса. И э, э, в Украине бизнес понимает то, что они должны сплотиться, работать вместе, помогать друг другу. Я думаю, что это одно из самых э, э, позитивных показателей э, и то, что вдохновляет и мир вокруг Украины, то, чтобы помогать Украине, Из за того, что люди в Украине имеют очень активные, скажем, гражданское сознание, да, правильно это да, говорить. абсолютно. Гражданское сознание помогает друг, друг, друг другу и создавать вот эти общества поддержки, да. Это мы видели через строение гуманитарных хабов, через центры взаимопомощи и так далее, да. И бизнес через свои бизнес ассоциации, бизнес организации, через торговые Палаты подключились очень быстро в том, чтобы помогать своим, своим сообществам, сообще, так да, как комитет, сообществом. Сообществом. Да, да. И, Вы хорошо и, говорите. Да. Я, да. <смех> <смех> в своих, скажем, обществе, в своих селах, в своих городах. И они сплотились через бизнес ассоциации, да. И бизнес ассоциации вовлеклись в этом процессе, да, чтобы собирать гуманитарную помощь из своих сетей, своих, скажем, сообщества, и также использовать свои цепи поставок для того, чтобы распределять гуманитарную помощь, которая приходит из, из рубежа, да, через международные каналы. Это один. Во второе, это то, что бизнес очень быстро сплотился, организовался и помогают тем бизнесам, которые должны были переместиться, да, бежен, беженцы, да, скажем, предприниматели, беженцы из тех сторон Украины, которые, ну, их бизнес разрушился, или они должны свои семьи, семьи. и это тоже очень сильно вдохновляет, да, то, что, что разные, ну, предприниматели из более как safe regions, из более безопасных, безопасных, регионов. безопасных регионов, помогают тем предприятиям, которые переехали к ним. И также бизнес-сообщество в Украине сплощается вокруг именно, чтобы выделить, какие трудности они видят для для того, чтобы они продолжали свою экономическую деятельность. И они входят в этот диалог, в в в диалог с местными властями на их уровне на местном уровне а также на национальном уровне с парламентом с разными министерствами для того чтобы сообщить очень четко показать где эти трудности да и как сообщество да, вместе решать а у нас часто дискутируется этот вопрос а возможно ли инвестиции серьезные инвестиции в страну которая находятся в состоянии войны, там, учитывая существующие бизнес-риски. То есть мы понимаем, угу. что Украина получает помощь, финансовую угу. помощь. Это помощь, которую выделяют правительства стран. А то, что касается частного капитала, а насколько это реалистично угу. или все же нужно ждать окончания войны? Да. А, вы, наверное, видели, что уже несколько ряд стран, они развили специальные программы для страхования военного страхования для инвесторов до да? польша франция да и другие страны развивают или создают создаются да. Да. Создают такие фонды именно чтобы поддержать и encourage, чтобы э, помогать, да, помогать, э, усилить, комп да, усилить, да, усилить, да, компании, международные компании, чтобы это их привлекло э, на украинские рынки. Я думаю, что э, и э, я думаю, что не нужно ждать э, полной э, э, победы, да, можно сейчас, потому что не вся Украина под, э, скажем, риском э, риском обстрелов, обстрелов да. и так далее да и нужно создавать сейчас э, э, ну э... Начинать, я думаю, мой бы совет для иностранных инвесторов ⁇ это то, что э, нужно сейчас найти время, чтобы узнавать, понимать э, рынок в Украине, понимать, какие условия ведения, э, скажем, бизнеса в Украине, какие э, правила игры, какие регуля регуляторные условия здесь есть, чтобы, когда в самом деле они готовы инвестировать, да, инвестировать в конкретные проекты, да, чтобы они уже делали свое домашнее задание, да. Это обычно берет, Год, может быть, больше, да, так что никогда, я думаю, что никогда не рано начинать для инвесторов изучать этот рынок, да, если они новые инвесторы, а те, которые уже на этом рынке, они готовы сейчас инвестировать. А вот интересный момент, компании, которые решатся войти в Украину и, понятное дело, принести сюда деньги... А должны иметь какие-либо преимущества по отношению к тем, кто будет заходить уже после войны, когда ситуация стабилизируется, mm -hmm. будет победа? Ну, то есть вот я о чем говорю. Mm -hmm. Какие стимулы необходимы для того, чтобы капитал пошел в Украину сейчас, в этих условиях? Um, вы знаете... Uh... Я думаю, что это два разных вопроса. Первый вопрос ⁇ это какие стимулы им нужно создавать сейчас до, до э, окончания войны? И если, или если им нужно создавать особые какие-то да, стимулы? Я думаю, что привлекать нужно инвесторов в самом деле, но я не думаю, что им нужно создавать особые условия. Почему? что я имею в виду особые? Особые, которые были бы разные от условий ведения бизнеса для украинских компаний. Они должны быть... Э, э, мы должны строить бизнес-среду в Украине, чтобы она была... Правила игры должны быть одинаковы. И создавать преимущество от, от одной группе, это означает, что мы отбираем... Да, или, как наоборот, преимущество да, от другой группы. Да? Это означает, что эта группа, они должны субсидировать... Первую группу, да. И потому что если мы ставим какие-то, скажем, преимущества, какие-то э, льготы, да, на какие-то, ну, скажем, э, может быть, налоговые льго, льготы на работников или на что, да, какие-то, э, то это означает, что кто-то должен покрывать, да, вот эти расходы. Это означает, что обычный бизнес, украинский бизнес, должен покрывать вот эти, э, скажем, да, вот расходы, которые идут на бизнес. Мы видели такие примеры типов примеров в разных других странах, и это создает неравные условия рынка. И обычно, если создаются особые условия для инвесторов, это означает, что условия ведения бизнеса, не хуже для э, местного бизнеса. И мы не хотим видеть это в Украине. Э, я вам скажу, может быть, вы слышали раньше, я это говорила, что наш совет директоров да, нашей организации, Центр международного частного предпринимательства, который многие из наших членов э, нашего совета, в самом начале они были э, представители бизнеса, ну, крупных бизнесов, или разного типа бизнеса в Америке. И нас часто спрашивают, почему создается такая организация, как САЙП, да, которая именно работает э, в, по всему миру для поддержки, усиления роли, поддержки, развития местного бизнеса в странах по всему миру. И то, что они сказали, они говорят, если условия хорошие для э, местного бизнеса, это означает, что это условия хорошие для иностранных инвесторов. И это очень сильный показатель. да. Если простые простые условия для местного бизнеса, то означает, что это простые условия и для инвесторов. И это самые привлекательные, скажем, характеристики любой бизнес-среды. Ну, вот украинцы, к сожалению, в результате этой войны, да, это трагичное обстоятельство, ощутили, что значит жить, когда бизнес угнетен. Ну, mm -hmm. например, в прифронтовых городах, да. когда бизнес вынужден... Там, перевозить свое производство, закрываться. Это mm -hmm. это ужас, это ну, трагедия. Это ужас, правда, да. когда когда люди элементарные услуги не могут получить. Uh -huh. Вот здесь приходит понимание того, что значит бизнес в нашей жизни. Вы yeah. успели пообщаться с украинскими предпринимателями, с бизнесменами, что они вам рассказали, как они выживают в таких условиях? Вы Знаете, очень трудно, очень трудно. Да, в самом деле. Вчера мы, вы были тоже на на бизнес форуме да, украинского бизнеса, где представители бизнеса вели диалог на на этой платформе, да, диалог с государственными представителями из парламента, из разных министерств, министерств экономики и так далее, где они озвучили именно вот эти трудности, с которыми они сталкиваются каждый день. И те представители бизнеса, которых, от которых мы услышали вчера, это были микро, малые, средние бизнесы по всей Украине. Были представители из Одессы, из Сумы, из Чернигова, даже из, из как, беженцы, я бы сказала, предприниматели беженцев из прифронтовых и то, что они говорили, что да, в самом деле очень много делается, есть очень много программ для поддержки бизнеса, для финансирования бизнеса, но это очень мало, это только как э, фракция, только малая часть, которая покрывает вот эти программы, э, э, скажем, э, намного больше нужды, чем есть ресурсов, чтобы помогать. Значит, ситуация очень тяжелая, э, в том, что и также нету, с, скажем программ, которые именно э, так э, развиты, как так э, структурированы, чтобы именно поддержать бизнесу, который пострадал от военных действий, да, скажем, их не их э, э, фабрика, да, или э, ну была разрушена, да, они не могут э, показать, что у них есть дети. Деятель деятельный рабочий да, бизнес вот и поэтому они не Но могут налоги все равно платят налоги да налоги все равно должны ну такого То типа трудностей, да значит нужно адаптировать Но налоги, они должны да. платить. много этих программ которые есть их нужно адаптировать именно на нужды э, военных скажем э, военной ситуации да и от, э, и тех скажем э, э, тех проблем, с которыми сталкивается бизнес в этих условиях. И так что очень много работы нужно делать. Именно, что важно, чтобы разные государственные, скажем, представители понимали это, услышали от бизнеса и больше вели вот этот диалог с бизнесом, чтобы могли адаптировать эти программы. Их нужно постоянно адаптировать. Вот. Поэтому важно, чтобы бизнес был тоже э э активный да, и входил в этот диалог конструктивно, да, с идеями, как можно эти проблемы решать. И в этом вижу, что... что позитивные да, тенденция в Украине, то, что очень развитые бизнес-ассоциации, которые это очень хорошо могут сформулировать, могут предложения дать и вести этот диалог. Значит, не сами предприниматели, да, которые должны <соции> своими каждодневными вопросами решать, а именно через свои ассоциации. Ну и у бизнеса, знаете, у, у украинских предпринимателей, то, что я заметил, они просят, что если нет денег у государства, да, на какую-то поддержку и помощь, то дайте хотя бы экономическую свободу. Угу. И а, просят, чтобы институции работали. Вот да. когда работают институции, угу. ну и, понятное дело, поменьше коррупции. Угу. Наш разговор был бы неполный, правильно, если бы мы про коррупцию не вспомнили. Да, да. А насколько это тормозящий фактор реально сегодня в условиях войны и есть ли ощущение того, что все-таки происходят изменения в Украине? Государственный да. департамент недавно Соединенных Штатов сделал заявление, что они видят, что борьба с коррупцией происходит. Но ощущают ли это предприниматели? Что, что мы услышали, да, от наших партнеров в бизнес-сообществе малый и средний бизнес здесь в Украине, что в первую очередь это что ноль толерантность, да, коррупции, как это правильно сказать? Да, это нулевая толерантность, это да, у да, нас, да. Но это, это, в самом это деле... у нас говорят очень часто, политики говорят очень да. часто. Но в рядах малого-среднего бизнеса они это, они как против противостоят, да, именно таким коррупционным тенденциям или... Потому что они понимают, что коррупция убивает, да, убивает на самом деле, да, вот это... Коррупция есть, как бы, основа государства, ну, вашего противника, да, вашего соседа, да, это, ну, в самом деле коррупционные, скажем, построено, да, на коррупционных схемах, мы видим, да, как это на, их, на них это влияет. И сюда это инфицировалось очень да, активно. очень сильно, да очень да -да. сильно да -да -да. газовые да -да -да. схемы да. много всего в было. Украине вы знаете в Украине я бы сказала есть как бы э, два <laughs> два типа экономики да один это э, экономика предпринимателей, те, которые хотят делать э, э, чистый бизнес, да, э, э, этический бизнес, и те, которые хотят делать бизнес по старому, да, это обычно олигархи и так далее, да. Так что мы должны поддержать те бизнесы и те э, бизнес ассоциации, и те организации, которые именно помогают малым средним организациям конкретно э, отстоять, да, или право правостоять этим коррупционным э, э, рискам. Противостоять коррупции. У нас финал, по сути дела. У нас уже несколько секунд остается в эфире, но вы видите тенденцию, что, например, американский бизнес готов помочь украинскому бизнесу в такой тяжелой ситуации, невзирая на на все риски политические и военные в том числе. Да. да, в самом деле. Вот я нахожусь в Вашингтоне, и есть очень много таких, скажем, форумов бизнеса, американского бизнеса, которые очень сильно интересуются да, и именно изучают возможности, как можно входить в украинский рынок и как можно помогать украинской экономике сейчас. Так что интерес очень большой. Дякую. Наталья оцель билан региональная директорка Международного центра приватного предприятия в Европе и Евразии. Величезная география. Те, про что мы с вами говорили. Пані Наталья, я дякую вам. Дякую. Дякую. Слава Украине. Героям слава. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.